Вырастить цветущие леса и степи на высохшем дне Аральского моря. Такую задачу ставят перед собой современные специалисты, ученые и экологи. Первая попытка озеленить морское дно была предпринята в начале 90-х годов. Эксперимент удался. Рецепт спасения земель от засоления и опустынивания оказался в самой природе. Точнее, в солеустойчивых растениях. Подробности у Рейхан Тажибаевой. Черный саксаул – одно из немногих растений, которые выживают в пустынях. Удивительно выносливое дерево с легкостью переносит засуху, нестерпимый зной и соленую почву. Именно на него 20 лет назад местные ученые сделали ставку. Не прогадали, растение прижилось. Первые саженцы саксаула ежегодно пополнялись. Сегодня они уже превратили небольшой участок высохшего морского дна в молодой саксауловый лес. Посадки ведутся в два этапа. Весной саксаул сажаем саженцами на территории.